Ребята, сейчас со всех сторон их покручу, покажу, затем вскрою крышку заднюю, покажу механизм. Несмотря на то, что это огрызки, остатки стареньких японских винтажных часиков, и даже если не брать во внимание, смотри сюда, видишь, механизм крутится, крутится. А они работают. Вот что значит качество. Ребята, представляю вашему вниманию японские часики, винтажики Ориент на 20-21, да, на 21 рубиновом камне. Может быть, даже и с позолоткой. Такой циферблатик обалденный. Вот просто... Через камеру, конечно, не так он красиво смотрится. Такой полосатый, светло-зеленый, 3 звезды, ориентик. Класс. Жалко, что я не умею делать часы. Я бы их сделал бы и ходил бы в них. Смотри сюда. Недели, короче, работают. Ты видишь, какое качество? Это просто можно одним словом сказать. Обалдеть. Календарик работает. Числа тоже перекидывают. Сейчас ставлю на стоп. Ну, тут крышка обычная, обычная. Самое важное — это сердце, это механизм и циферблат, и стрелочки. И это все тут в прекраснейшем состоянии. Нульц. Ставлю стоп, ребята, секунду. Как хорошо, что у меня есть этот универсальный ключ. Что для японских, что для советских, для любых часов. Опа-на. Смотри, 17.11.01. В 2001 году последний раз сюда, как говорится, жало засовывали. Смотрим. Japan Orient 21 камень 46.943. Смотри, как он идеально работает. Живой. Чистенький. Да. И, кстати, эта япошечка, она уже сегодня в продаже. Продаю без претензий и возвратов. Можно даже, знаешь, как сказать, под ремонт или на запчасти. Качество. Качество Японии.